Предпочтение часто дают тихой и спокойной жизни, а в любви способны идти на любые жертвы. Гласная буква А придает движение вперед, но выбор и нрав этого имени диктуют другие буквы, заключенные в имени носителя. Иногда эти люди чувствуют, что находятся под чьим-то пристальным вниманием. Люди, которые имеют букву Р в имени, обладают большой силой и храбростью, но также им свойственна небрежность. Звук А в имени человека внушает ему бодрость, придает силы для борьбы с трудностями. Умеет достигать поставленных целей. Астрологи рекомендуют им быть более сдержанными в суждениях. И значение буквы придает человеку, в имени которого присутствует эта буква, утонченность, романтичность, сентиментальность. И сообщает характеру дипломатичность как защитную реакцию на грубость, давление со стороны. Как бы испытывая таких людей на прочность, судьба часто посылает им трудности в первой половине жизни. «Я сегодня не такой, как вчера» – вот девиз человека, обладающего буквой «Т». Эти люди практичны и приземисты, обладают большим потенциалом, но достигают всего действительно черепашьими темпами. Эти люди любят разнообразие в мелочах. С этими людьми зачастую бывают связаны несчастные случаи, как правило, пожары или взрывы. Поэтому только редкие представители этого числа проходят по жизни без визитов в травматологический пункт. Это альтруисты, гуманисты, а их доброта и любовь распространяется не только на ближайшее окружение, но и на весь мир. Человек с гласной «Я» в имени может наслаждаться собственными мыслями. Это силы и желание что-то начать и осуществить. Стремление быть первым, лидерские и организаторские способности, большая склонность к действиям. Буква «З» в имени говорит о пессимизме и большой напряженности. Обладает богатым воображением и высокой интуицией. Буква «Я» в этом имени означает чувство собственного достоинства, желание добиться уважения и любви окружения и способность их получить. Чувство сопричастности, практическая сметка, тяготение к материализму, приземленность духа. Подавив в себе стремление к накопительству, владелец имени сможет реализовать свой богатый духовный потенциал. У них есть свой собственный, нерушимый взгляд на жизнь и уверенность в своей правоте. Верность слову, а также выбранной цели – это основная отличительная черта. Буква «Ы» в этом имени дает человеку чувство сопричастности, при этом владельцы имени всегда стремятся к справедливости. Ради справедливости они способны на любые действия. Иногда носители этого имени упрямы, заботливы и в то же время застенчивы. Однако в работе проявляет незаурядный ум и способны достичь больших успехов. Люди с буквой «Т» в имени отличаются страстью и пламенной натурой. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.